Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня я снова нахожусь на аккаунте моего подписчика, которому запрещено выбивать Легу. Что это значит? Это значит, что у него очень маленький шанс. Совсем недавно я записывал ролик, где задонатил своему подписчику $200, открыл на 4000 гемов сундуков и не выбил ему ни одной Леги. И я громко высказался, что это самый маленький шанс, но после ролика я понял, что это не самый маленький шанс, самый маленький это 0,00096, по-моему, ниже нету, да и вообще плевать, то есть многие меня начали хейтить за то, что ты лоханулся, тебя обманули, нахер ты ему задонатил. Да, позадонатил и задонатил, помог челу. Жалко, что не выбил Легу. Сегодня у меня очередной подписчик, но донатить мне ему не придется. Ну, может, совсем чуть-чуть, чтобы... Ну, это уже чисто моя инициатива. Он мне написал, что у него маленький шанс, у него есть сундуки. Пожалуйста, разблокируй эту возможность выбивания Леги. Шанс у него такой вот. Это не самый маленький шанс. Это 0,0288. Самый маленький, это когда 2,0096. Вот это самый маленький. По-моему, ниже нету. Вот. Но тем не менее, это очень маленький шанс. Но я сегодня попытаюсь ее выбить. Попытаюсь разблокировать ему, значит, разрешение. Чтобы ему выдали разрешение на выпадение Леги. Но для этого вам надо всего лишь выполнить несколько действий. Подписка и лайк. Все. Вот сделайте два таких действия. И мы выбиваем сегодня Легу. Ребят, надеюсь, вы подписались. Поставили лайк. Приятного просмотра. В конце, возможно, будет какой-то бонус этому аккаунту. Погнали. У него в пути к славе есть мегаящик, обычный ящик, еще мегаящик, еще ящик, еще мегаящик, еще большой ящик, еще мегаящик. Вот такой вот, такая вот лента сундучков. Также у него 14 бигбоксов и 198 маленьких. Я думаю, что шанс неплохой. Плюс у него 22 бойца из 27. И у него нету сверхредкого. У него нету Бортиса, Джина и Короче, ребята, сверхредкого мы точно вытащим. А вот выпадет нам мифик или Лего, все зависит от вас. Лайк, подписка и падает Лего. Погнали, ребята! И причем это работает с противоположной стороны. То есть и мне, и вам везет, да? Погнали. Погнали открывать. Я думаю, что достаточно, чтобы выбить какого-то нового бойца. Как минимум, сверхредкого Карла мы вытащим. Но вы знаете, что это неинтересно. Сверхредкий это, ну, любой игрок без доната может его вытащить. А вот вытащить мифика или Легу, вот тут уже надо постараться. И я сегодня постараюсь это сделать. Я не обещал, конечно, ему, что я буду донатить до упаду, пока не выбью ему Легу. Но, тем не менее, я постараюсь поспособствовать этому, чтобы у него появилось на аккаунте что-то. И... Вот вы, да, вот часто мне пишете в инстаграме, в комментариях, холдик, у меня вот тоже невезучий аккаунт, я вот тоже хочу, чтобы ты мне задонатил, тем более я вижу, что ты донатишь, пожалуйста, купи мне. Вот вы ошибаетесь, что я одна... Изи. Вот вы ошибаетесь, что я однозначно вам опишу, вам отвечу и вам куплю. Это так не работает, вас слишком много, естественно, я не могу вам отвечать. Вы либо должны чем-то быть особенным, либо это вы должны быть первым, кто написал, либо у вас какой-то особенный аккаунт, что-то интересное, либо вы реально постарались, накопили, не знаю, 1500 сундуков, там, гору сундуков, у вас реально либо маленький, либо супер высокий шанс на Легу, и вам интересно было бы предоставить это на видос. Поэтому ссылка, ребята, в описании будет на моего модератора, которому вам можете... Там ссылка на его канал. И там на канале есть ВК его. Если у вас много сундуков, пишите. Не только для... У меня скоро будет батл. Не только на то, чтобы я вам задонатил. А и, допустим, для батла я попробовать вытащить вам Легу. Только пишите, у кого много сундуков. Хотелось бы, чтобы у вас было... реально вот там, допустим, одной Леги нету и много сундуков. Это было бы супер, у меня скоро будет интересный батл именно вытащить Легу. Поэтому пишите, ссылка на Стербена будет в описании, пишите ему в ВК. А еще он просил передать привет, сейчас скажу кому. Азазату. Азазат, привет, спасибо за предоставленный аккаунт. Вот, и надеюсь, я тебе что-то интересное вытащу. Смотри, мы уже вытащили сверхредкого Карла. И вот сейчас самое интересное, ребята. Сейчас вот самое интересное, потому что 2 на 2. Либо это мифики, либо это леги. Вот что угодно выпадет, уже хорошо. Но хотелось бы, конечно, легендарного бравлера. Поэтому, друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Очень надеюсь на вашу поддержку. Привет передал, ссылочку на Стербена оставил. Если у вас много сундуков, пишите Стербену. Привет, у меня вот такой тот шанс. Так вот смотри, сколько у меня сундуков. Пускай холдик возьмет на открытие. Опять же, очень важная заметка. Это не значит, если вы сейчас пойдете все спамить Илье, что у вас много сундуков, что 100% я возьму ваш аккаунт.
Я выберу самое лучшее, вот самые такие интересные, у кого там, возможно, хороший шанс. Либо реально одна лего и дохренища сундуков, чтобы вытащить было очень хороший шанс. Либо, наоборот, там нету бойцов вообще никаких и дохренища сундуков. То есть буду выбирать самые интересные аккаунты. Если у вас они есть, скидывайте. Если вдруг не попадете в ролик, не расстраивайтесь. Я буду иметь в виду, как запасной вариант, ваши аккаунты. И, возможно, в последующих роликах по открытию, возможно, их возьму. А может быть и нет, поэтому... Имейте в виду это, что у вас может написать много людей, поэтому всем Илья не ответит. Но он мне перекинет интересные аккаунты, я их рассмотрю и для батла в следующем ролике возьму. Все, хватит болтать, погнали, у нас 128 сундуков осталось, еще нормально. Я на самом деле на обычные сундуки не особо рассчитываю, мне кажется, что самый такой крупный лов пойдет с больших ящиков. Большие мега ящики, на них делаю акцент. Если что, я реально поспособствую в конце вытащить ему легендарку, потому что... Я знаю, насколько сложно выбивать их бесплатно. Знаю. Капец, у меня на аккаунте без доната 100 сундуков. 100 сундуков вот скоро будет. И я вот открываю уже, как бы соточку почти открыл. И всего лишь один сверхредкий. Ну понятно, что у него уже выбиты эпики, да. Мифика велик выбить не так легко, но тем не менее, блин. Я думаю, рассчитывать меня на выпадение легендарки вообще не стоит. Но... Знаете, раз в год и палка стреляет, поэтому, может быть, как раз-таки мой аккаунт без доната, тот который, такой будет фартовый, что ему дропнется лего. Ну, шансы, конечно, невелики, но вы обязательно поддержите. Все, конечно, зависит от вашей поддержки. Итак, ребята, сейчас останется соточка сундуков, давайте ускоряться, потому что у нас еще много больших ящиков, мега ящики. Я в конце, возможно, открою несколько мега ящиков, чтобы вам было интереснее, а я, в свою очередь, постараюсь ему вытащить. Давайте посмотрим сейчас на шанс выпадения леги. Что у нас по шансу? Шанс выпадения леги у нас, не совсем так и увеличился, да? То есть вообще понты. Рассчитывать, что выпадет лего, прям нам не стоит, но... Вы знаете, да, что нужно делать, чтобы нам дропнулась лего. Вот если выполнить условия, однозначно произойдет чудо. И даже с таким мизерным шансом мы можем разблокировать возможность выпадения легендарки. Вот сейчас, вот прям сейчас дропнется. Вот понимаете, вот мелькает просто перед глазами разные картинки. И сейчас бам, ворон летит. Это же круто. Я жду этого момента, хотя осталось не так много сундуков. Посмотрите, как семки. Щелк, 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 один за одним. Сколько фармить и вот так вот быстро открыть. Но, блин, самое главное это результат, а не с какой скоростью мы открываем. Нам бы главное вытащить. Так, что нам? Получается у нас 42 ящика. Да, еще нормально. Блин, если сейчас дропнется мифик, будет очень трудно вытащить легу. Хотелось бы, конечно, чтобы... Да не, ну мифик, да. Мифик должен дропнуться. Ну, блин, если не дропнется мифик, это... Не, я еще поспособствую. Я еще подкину немножко сюда... Подкину сюда, ребята, шанса своего. Вы своего подкидываете в свою очередь. Я помогаю таким вот образом хоть как-то увеличивать шанс на легу. Хоть минимальные донаты вношу на ваши аккаунты. Ну вы хотя бы поддерживаете. Блин, помню, попросил на ролике 100 лайков, чтобы чилу выбить ворона. И с 350 просмотров, ребята, вы набрали, ну, гораздо... Сейчас скажу, сколько. Вы набрали 69 тысяч лайков. То есть, понимаете, 200 тысяч, даже больше, людей не поставило лайк. Неужели вам сложно? Вот кто эти 200 тысяч? Почему вам сложно? Не знаю. Не понимаю. 5 боксов, погнали. Так. Хорошо, смотрите, осталось 3 бокса и сейчас дропнется. Я люблю на последних боксах вытягивать легу. И... Нет. Пустяк. Давайте посмотрим на шанс. Я думаю, что нам ничего не падало, потому что подготовочка идет к леге. Шанс немножко увеличился, но, блин, на мифик гораздо больше. Но мы продолжим. Бигбоксы, поехали, друзья. С бигбокса однозначно должно дропнуться. Нам надо, я так понимаю, 4 предмета. Да, нам надо, получается, 4 предмета, чтобы вытащить какого-то нового бойца. Ребят, ну, на самом деле, ничего сложного нету. Уже теперь 3 надо, 3 предмета, потому что... О! По-моему, сейчас должен выпасть новый боец. По-моему. Но что бы это была легендарка? Что бы это был Спайк или Ворон? Поставь лайк, подпишись, пожалуйста. Вот давай, в эту секунду ты все это сделал. Блядь. Серьезно, я думал новый боец, капец.
А что тогда выпало? Два предмета, а потом три. Короче, ладно, четыре предмета надо. Сорян, ребят. В комментариях пишут, бля, ты целый год играешь в игру и не знаешь, когда падают новые бойцы. Вот серьезно, знают только в мегаящиках, что надо 6 предметов, только потом падает новый боец, капец. А с большим, ну, получается 4, да? 3 больших ящика осталось, капец, ребят. Что за ерунда? Ничего не падает. Сколько чел копил, и такое голое открытие, всего лишь Карл. Всего лишь навсего Карл. Не, ребят, мы с вами собрались тут не поэтому. Мы собрались тут именно за Легой. Да каких 5 предметов? Вы чё, блин, издеваетесь надо мной? А ну? Я не знаю, на кого взять. Вот на него, на Леона возьму. Не знаю, зачем у него на 500 кубков, ну ладно. Блин. А сколько ж мне донатить-то придется? Блин, на кого, блин, сливать? Блин. Давайте на Карла. Хз. Мегаящик. Вот этот мегаящик должен принести. 5 предметов, да что ж такое. Ладно. Ить. Еще шанс есть. 75 этих поинтов. Блин, а кто у него? Давай Пайпер. Пайпер. Есть. Пайпер на 9. Так, в принципе, мы можем прокачать Пайпер, но тогда выпадет пассивка. Я, честно, не хочу пассивку. Я хочу мифик или легу. Да твою ж! Что такое, а? Это ж последний мегаящик, да? Но это последний мегаящик только потому что... Только потому что он накопил... А, не, еще мегаящик. Давай, 4 предмета. Пипец. Просто пипец. Вот как жить с этим? Парень нафармил 200 боксов. Сколько? 4 или 5 мегаящиков. Больше 16 больших ящиков. И получил одного Карла. Одного. Просто Суперселл. Зачем? Зачем так мучать? Давайте нормальный дроп. Пожалуйста, вот за 8000 кубков, 6 предметов, ну! Это неправильно, так не должно быть! Нельзя ущемлять права недонатеров, нельзя, я за вас горой буду стоять! Ребята, доначу парню пока что на акцию за 2 бакса, ну а дальше посмотрим. Конечно, я вливать большие деньги не буду, сейчас у меня и нету этих денег. У меня в последнее время очень большие затраты, поэтому у меня сейчас голячок. Так, вот это хорошо. Пожалуйста, 6 предметов! Бомбит! 6 предметов! 6 предметов! Да ёпта! Ребят, вот... Вот я не знаю, вот... Ну, серьезно, ну, не хочется донатить столько. Ну, блин, я не знаю, ну, вот как-то вот... Ладно, я просто вот, ну, вот забью и сделаю это. Сделаю это ему вот приятно. Сделайте мне приятно. Ну, поставьте в этот момент лайк. Ну, я умоляю, ну, мне будет безумно приятно. Вот это будет нереальная поддержка на данный момент. Ну, серьезно, ну, полтинник. Я не хотел такую сумму. Я думал, мы ему выбьем что-то. Ну, разрабы меня заставляют это делать. Фу. 6 предметов. Подпишитесь, поставьте лайк. Умоляю, чтобы мне не пришлось больше донатить. Ну, поддержите, ну, черт возьми. Пожалуйста, ну, 6 предметов. Пожалуйста, да уже я похер мифика, давай. 6 предметов, ну. Шесть предметов. Нам надо 6 предметов, друзья. Следующий ящик. Ну. Да твою мать. Не, я уже не знаю. Так, сколько осталось гемов? Остановись, не улетай. Блядь. Какой шанс? Давайте посмотрим на шанс. Подпишись в этот момент, и увеличится шанс. Капец. Ну, шанс уже побольше стал. 6! Спасибо. Спасибо, Суперселл. Спасибо моим зрителям. Больше спасибо моим зрителям. Потому что я уверен, что кто-то из вас в этот момент все-таки поставил свой лайк. Долго я просил, долго этого добивался, и ты это сделал. Но теперь осталось добить. Добить, знаете, теми, кто, опять же, не подписался, не поставил лайк. Сейчас у нас 2 варианта. Либо это мифик, либо это лего. Я очень надеюсь на везение. Я очень надеюсь на легу. Блин, ну, друзья, ну это ж работает. Всегда работало с открытием. Ты подписываешься, падает лего.
последний. Блин. Это джин. Это джин. Это джин. Это джин. Какой шанс на Легу? Шанс на Легу еще меньше стал. И это джин. И вы же понимаете, что сейчас... сейчас, если еще 6 предметов, то это может быть Тара. Это далеко не Лего. Боже, как сложно Легу выбить. Это даже с донатом. Даже с донатом. Ну, всем не поможешь. Всем не поможешь. Я думаю, что даже 50 долларов это хорошая такая помощь. И старт чела. Потому что, ну, я ему и акцию купил, и масики. Ну, ему тупо заблокировали выпадение Леги. Ну, что я могу поделать? Я пытаюсь ему ее разблокировать. Ну, разрабы не заблокировали. Это просто, это табу, ребята, на выпадение Легу. С таким шансом это... Ты просто не знаю, блин. Проще, я не знаю, купить у друга аккаунт с Лего, чем вливать деньги и за гемы открывать. Вообще, конечно, гемы лучше тратить на билетики. Да, и в роборубке фармить боксы. Итак, у нас осталось на два больших ящика. Я не верю ни во что больше. Последний ящик. Да. Просто заблокирован шанс на Легу. Я хз, пацаны. Я хз. Я просто хз. Я выбил ему, блядь, Карла и Джина. Считайте, сколько боксов. Считайте, сколько это времени. И по деньгам тоже, как бы, считайте, сколько это могло быть. Я не знаю. Я прям не знаю. К сожалению, мне не получилось вытащить Легу. С вас поддержка. Я продолжаю эту рубрику. И вы видите, что я очень часто стараюсь у подписчикам подобные видео делать. Ссылка на Стербена в описании. Пишите ему, у кого много боксов, я возьму для батла. Спасибо вам за просмотр. Скоро увидимся. Марсик. Это все потому, что у тебя, блядь, приставка плеер.